на главном проспекте, проспект Гедемина в Вильнюсе. Одна с помпоном, вторая с ушами, которая никогда меня снимать не хочет. Нормально. Вечно меня что-то там отрезает. Вот смотрите, какие красивые домики. Какое красивое домик. Ну да, у меня теперь с языками все окончания попутались. То, что видишь, кучу языков все путаешь. Маша. Что-то она... А, она подключилась к Wi-Fi от Макдональдса. И поэтому сидит в телефоне. О, сейчас будут ехать эти троллейбусики. Местные. Вот такие